перед просмотром этого видеоролика поставьте под ним лайк. То есть сверните сейчас видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Просто сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Подпишитесь на канал, ребят. В общем, всем привет, с вами я, Александр Сачков. И сегодня я играю в игру Sherwood Dangeron. И я сегодня поиграю в эту игру. Это наша третья часть нашей игры. Я ничего здесь не прокачивал, так как осталось, так и осталось. В общем, так как сегодня еще этот день идет, может, это видео выложится позже, но я не знаю. Обычно я сначала снимаю, жду 100 лайков, когда наберется на видосике, и потом выкладываю видео. Как-то так. В общем, сегодня мы поиграем опять в эту игру, и, как вы знаете, у всех ютуберов, ну, точнее, как у всех, у которые играют в игры, у них есть своя игра. Не своя игра, имею в виду, а игра, которую они играют постоянно. То есть они ее рекламируют, играют. Я так подумал и решил. А почему бы это у меня бы этой игрой не была Sherwood Dangeron? Я решил сделать ее как на своем канале самой главной игрой. Раньше у меня была CSGO, но она мне надоела, я как бы в ней уже глобал. И я решил поиграть в эту игру, как вы знаете. И решил, что будет, если на моем канале будут выходить только видосики про эту игру. Понравится ли вам это или не понравится, мы, в общем, сейчас проверим. Если вам не понравится, обязательно напишите в группе ВКонтакте. Там, как бы, мы все читаем с друзьями, все обсуждаем, а на моем канале просто отключены комментарии, потому что они реально тупые, я так назову. В общем, сегодня мы играем в эту игру. Так. И мы сегодня побегаем, поубиваемся, наверное. Ну, точнее, просто побегаем. Мы бежим в этот подземелье, в общем. Так как я не прокачивался, если вы уже смотрели прошлые видосики этой игры, то вы знаете, то, что я заходил в магазины, осматривал всю карту и, в общем, показывал вам все. Ну, точнее, как все. В общем, ну да, почти что все. И тут... Если вы не смотрели видосики на моем канале прошлой части, то обязательно сейчас этот видосик выключите и посмотрите прошлые части, а потом только приступайте к этому видосику. Потому что идея одна и та же. Если вы не смотрели прошлой части, то вы не знаете, что я сегодня задумал сделать. Так, здесь у нас есть такая вот штука, мы на ней тоже можем здесь походить. Перейти. Такая длинная дорога. Не знаю, кто-то по ней ходил, кто-то нет, но это все дороги, которые здесь есть на всей карте, они ведут к порталу. Это уже ясно. Ну, точнее, кроме этого. Здесь должен был портал быть, но его здесь нету. Так, давайте дальше пойдем. Попробуем пройти. Вообще, зачем сделали прыжок, если я не могу перепрыгнуть? Я этого просто тупость не понимаю. Зачем делать прыжок, если я даже такую маленькую штуку не могу перепрыгнуть? Возможно, это сделано для чего-то другого, но я этого просто не понимаю. В общем, у меня 15 уровень, кто не видел, я вам сейчас покажу, подождите. Вот. У меня все еще 15 уровень, и если вы смотрели прошлые видосики, то вы знаете, что я сегодня задумал. И если не задумал, сделать что-то реально интересное в этой игре, с кем-то повоевать... какими-нибудь игроками. И, в общем, сегодня у нас опять... Блин, как я сюда пришел-то? Я запутался. Так. Ладно, пошлите вниз. Просто давайте найдем здесь что-нибудь интересное на этой карте и, возможно, кого-то убьем. Так. У нас здесь еще есть. Но я на следующий портал, наверное, не пойду. Давайте на этот схожу только и все. Так, идем сюда. То есть игра похожая точь-точь как на этот, как его, Warcraft. Точно так же делается игра. Да, там нету супер каких-то возможностей, как в Warcraft, но игра реально крутая. Мне нравится. Так, здесь у нас есть 5 порталов, которые мы можем исследовать. Давайте мы начнем
Точнее, давайте что-нибудь выберем отсюда. Ребят, вот сейчас сверните видосик и напишите в комментарии куда-нибудь, не ВКонтакт, в группу или под видео, если там комментарии не отключены. Сейчас возьмите и напишите, в какой я портал сейчас пойду. То есть не смотрите, что я сейчас куда-то пойду, просто сверните сейчас видосик, остановите видосик. Короче, сворачивайте видосик и пишите куда-нибудь к нам, что я куда пойду. Если вы угадали, то вы получаете 100 монет. То есть, если вы сидите на программе, ой, я хотел показать еще программу, которая накручивает монеты в игру в эту. В общем, ладно. Это позже. И сейчас, если вы угадываете, в какой еще портал пойду, то тогда вы получаете 100 монет в эту программу, и вы ее можете потратить на куда захотите. То есть 100 монет это 100 рублей. Вы можете положить себе на WebMoney, кинуть себе на Kiwi, или просто выбросить их на Яндекс.Деньги. Я не знаю, что вы сделаете. В общем, у нас есть здесь 1, 2, 3, 4, 5... 5 порталов, пишите просто куда-нибудь в комментарии, в группе, или просто напишите вот Sherwood Dangerous и двоеточие и портал. Напишите обязательно портал. Например, там первый, второй, третий, четвертый, пятый. Например, вы ставите первый, и если вы угадываете, то я вам напишу сообщение, я вам лично напишу, никакой мой друг не напишет. Именно я вам напишу ВКонтакте, ну, конечно, если у вас сообщения не отключены, я вам напишу ВКонтакте, что вы победили, и тогда вы получите монеты. Вы просто напишите ID своей программы, если она у вас, конечно, есть. Кстати, ссылка на эту программу есть в описании. Программа очень крутая, на ней можно все, что хотите, накрутить. Там есть рекламка, в общем, в группе ВКонтакте. Итак, мой выбор это вот этот вот портал. Так, и мы попадаем сюда. Да. Кто угадал, что я пойду в первый портал, то это круто. А если вы подождали, пока я это сделаю, то... то есть вы подождали и потом только зашли в группу и написали. То тогда... Я не знаю даже, как это назвать. Не круто это, ребята. Мы можем замочить этого лича. Или лича, хер его знает, как его произносится. Одного убили, ну достаточно на этот раз. Так, у нас есть такой маленький, у нас, твою мать, какой он сильный. Блин, даже у меня был меньше уровень, то проще было бы было его убивать, чем сейчас. Давайте. Нифига он сильный, ребят. Я уйду пока что. Давай. ХП. Оу, давай, давай, давай. Мне сейчас что-нибудь выпадет. Да, мне выпало. Один даймонд. Это очень даже круто. Так, ну что у нас на этой локации еще есть? Что-то интересное. Кого можем убить? Кстати, ребята, вы писали в комментарии в группе, что будет, если я пойду в воду. Вот в эту воду. Так, вот, я хочу его победить. Почему-то, но я хочу его победить. Я не знаю почему, но я хочу. Давай. Я выиграл уже. Я уже выиграл бой, парень. У меня 2 меча, у тебя только один и щит. Давай, скелет. Что мне это? О, один даймонд. Круто. Так, что будет, если я войду в воду? Да нифига. Сколько бы я ни шел, она мне по пояс. Смотрите, как я уже ушел. Она все еще мне по пояс. Интересно, где конец локации? Нигде. Я опять заспавнился там. И это не монтаж видеоролика. Это реально так. То есть, как бы вы ни шли, в общем, это бессмысленно. То есть, вон там даже... Границы карты есть. В общем, как бы вы ни зашли в эту воду, раньше было просто выходите и выходите, там бесконечная была вода. А теперь есть границы карты. Это круто. Так, то есть, смотрите, вы можете подойти сюда.
Все, вы опять спавните здесь. То есть это никакой не монтаж, это реально так, и вы можете даже проверить в самой игре. Не знаю, почему вы сами не проверили эту штуку. Почему я все должен проверять? Если вы играете в игру, в эту, почему бы вам самим не проверить этот... Это не лайфхак даже. Хрен его знает, что это. Просто этот баг. В общем, как... Вот, третий раз проверяю. Как бы вы ни шли в воду, все равно вы спавнитесь на спавне. Как бы вы этого не хотели, как бы вы этого не делали, все равно вы будете на спавне, да. Но почему я его не убил? Я так хотел. И я нифига не получил. Да. В общем, давайте теперь телепортнемся опять в наш. Давайте в Dangerous сразу. Уже 15 Dangerous. Так, вообще я хотел в первый левел, потому что я там всех тащил, и я хочу повторить это. Так, левел 1. Левел 1 это первый уровень из игры, кто еще не знает и не учит английский, то я с первого удара могу убивать каждого... В общем, каждого... Я не знаю, как кто они. Игроки, не игроки. В общем, здесь просто можно побегать, повеселиться, потренироваться в бое. В бою. Да, вот так провели. Да, здесь карта проще всего, потому что здесь, да, надо его еще тоже убить. В общем, всех можно убить с первого удара. Это радует, потому что в первом левеле я могу убить с первого удара. Возможно, и во втором уровне я тоже смогу этого сделать, хотя хрен его знает. То есть, кого бы я ни бил, это не 4, ребята. Кого бы я ни побил здесь, все здесь падают от первого удара. Убивают. То есть, как бы я ни делал, смотрите, суперсилу даже использую. Что бы я ни делал, как бы я ни крутил ничего, все равно... Вот смотрите, как бы я ни крутил, даже ногой ударил. Как бы я что ни делал, как бы я что ни... Точнее, смотрите, вот, давайте я покажу все мои силы, которые я имею. Как бы я что ни пробовал, как бы я что ни делал, все равно я побеждаю. И это круто. Так, что у нас есть еще здесь? Так. Просто давайте побегаем здесь. Даже без карты. Потому что... О, еще один. Ну, хотел другую, ну ладно. Давайте тоже нормально. На этом давай используем. О, вы не увидели, но это было круто. Так, следующий. Просто ходи всех убивать. Давай, паук, сюда иди. Опа, я как сальто сделал. Куда? Так. Ну, убивайте, мне даже хп не тратится. С первого удара всех. Круто. Так. Здесь реально можно затащить. Вот так вот. Походить там. Я не знаю, что-то поискать. Но здесь все первого уровня, так что... Смысла здесь что-то искать, я этого не понимаю. Так. Давай сюда иди. Ну иди сюда. Ты. Опа, с первого удара. Круто, а? Побежали дальше. Так, давайте сюда пойдем. Так, убил еще одного. То есть за это не дают опыта вообще. Так что здесь как бы бегать бессмысленно. Левел... Не знаю, давайте 16. Есть такой левел, и он реально есть. Давайте проверим еще левел 17. На него я тоже могу зайти, странно. Левел, например, 30 давайте. Левел 18. На левеле 18 давайте мы сейчас поиграем. Хотя зачем я сюда пришел, я не знаю. Но давайте попробуем здесь что-нибудь сделать. Так, где наш враг? Нифига он сильный вообще. В общем, здесь можно потренироваться в бое, блин. Не в бою. Хрен знает его. Так, давайте побежим сюда. И будем ждать его здесь. Сейчас расскажу, зачем и почему. Так. Потому что нас сейчас убивают, мы спавнимся и... И, в общем, убиваем его дальше. И так мы получаем... Опыт.
Да, вот так лучше сказать, наверное. Так, у нас появляется теперь тетка. Так, которую мы можем победить. То есть, таким образом можно реально круто получить ранг. Ну да, нас убивают, потому что они 18 уровня, а я только 15-го. Это как-то меняет вообще все. Ничего так. Так. Так, то есть здесь очень круто можно получить уровень. Также, ребят, я прокачиваю сейчас аккаунты на этой игре, так что если вы играете в игру, я вам помогу прокачать аккаунт до 15 уровня. Если вы уже там 18, то вам это не нужно. Так. Окей. Но я не выиграю. Одного удара не хватило. Ладно. Я просто не успел. Мне даже такого удара хватит, наверное. Да. Так, окей. Кто следующий? Паук или кто? Тетка. Наверное, паук. А, нет, тетка. Окей, давай. Ну, блин, ну почему ты щит даешь? В общем, кто дает щит, как бы вы ни крутили, все равно удара уже не будет. Так. Давайте этого еще убьем. То есть, это офигеть, как весело вы можете получить. Офигенно. Офигенный уровень. Это, не знаю, это круто, мне так кажется. Так, окей. То есть здесь можно так подраться, там, не знаю, покрутиться. А, окей. Да, мы можем так покрутиться и убить. Давайте сейчас до 16-го я дойду левела. И поговорим дальше. Так. Так, потому что я хочу 16 сейчас левел. Это достаточно так уж круто будет, наверное. Так. Ну, у нас пауки самые такие простые. По убиванию вообще. Как бы проще всего убить. Так, у нас остается только... О! Такой же, как я, смотрите. Точнее, в другой маске только. Давай, парень. Да, но у него, смотрите, удар сильный, а сам он не особо дерет. Смотрите, во. Охренеть! Он меня убил ногой, охренеть вообще. У него даже меч не такой, как у меня, светящийся. Вот так вот тебя. У меня есть магия, у тебя ни хрена. Хотя нет, у него тоже магия есть. Ты еще живой? Почему ты еще не упал? О, все, я его убил. Окей, давай-ка. Кто следующий? О, тигр. Давай с тигром. Интересно, что нам сделать тигр, если мы в него стрелу кинем? Ну, давайте я это проверять не буду, потому что... Ну, не знаю, это как-то странно будет. Если тигр, в меня будет тоже чем-то пулять. Магии какой-нибудь. Я считаю, это тупо. И тупым, и вообще не знаю, зачем это сделали. И мы убиваем его нашей магией. Но самое прикольное то, что у животных нету магии. Только вот этих вот скелетов и разных других врагов, которые похожи на нас. Вот у них есть магия. И у них почему-то всегда огненная магия. Почему-то... Я не знаю почему, но почему-то такая магия. Я тебя победил! Нет! Ты упал! Ну почему? Ну, хотя бы дали опыт. И то круто. Кто у нас там ходит-то? Так, у нас есть тигр. Давайте, мы сейчас сделаем себе 16 уровень. Так, и пойдем дальше бегать. По карте. Так. То есть, если вы играете там на таких вот уровнях, то вы без проблем наберете себе за день, ну не знаю, уровни 10, если постараться. Не выходя из игры, то вы уровни 10 за день наберете. Хотя я не проверял. Я проверил то, что я только вот за сколько дней... Вчера я только набрал вот до 15 уровня. Я играю всего третий день, а я уже на 15 уровне. Я считаю, это дофигенно как круто. Так. Окей. Следующий у нас этот будет. Нет, тетка. Так, давай-ка. То есть, смотрите, чем отличаются наши враги от первого уровня, чем от вот этого вот уровня. Все. Падай. А я побеждаю сейчас. Смотрите. Нет! Еще долго, ребят. Еще одного сейчас надо убить. Так.
Так. Мы его сейчас победим. Это ж просто, ребят. Вот так вот. Вот, все. Он нас убил, и мы его убили. Да, у нас все, 16 уровень, все, мы можем отсюда выйти. В общем, на этом видео наше заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И не забывайте нажимать на колокольчик под видео, чтобы получать уведомления о новых видеороликах. Да, так я скажу. В общем, всем удачи и всем пока.